Впервые повреждения на остановке были обнаружены в четверг. Очевидцы запечатлели следы, оставленные шинами небольшого транспортного средства, сделавшего разворот практически на месте. В результате этого маневра оказались продавлены несколько плиток и свернут бордюрный камень. 8:30. Подъехал сюда и смотрю разрушения. Вот эти. И были как четкие следы чего-то такого грузоподъемного. Вот, прямо как будто разворачивались здесь, на этом месте. Хотя вот за день до этого все было целое. Вот 17-15 последний рейс я делал, и, как говорится, было все целое. В пятницу следы шин уже смыл дождь. Тем не менее, русскому северу удалось выяснить, что ранним утром четверга у уличного училища работали коммунальщики. В числе используемой ими техники как раз имеется небольшой трактор, способный разворачиваться на месте. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения. Примерно к таким же выводам, расследуя произошедшее, пришли городские власти. Муниципалитет обратился к коммунальщикам и получил признание. Подрядчик не отказывается о том, что по его вине, так скажем, пострадала автобусная платформа. До конца следующей недели все, значит, там понесенные дефекты, все будут устранены. Тем временем состояние платформы всего лишь за сутки заметно ухудшилось. Пара плиток выпала окончательно, начал выпадать второй бордюрный камень. Если коммунальщики не поторопятся, дожди и ноги устюжан усугубят уже имеющиеся повреждения. Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».